Здравствуйте. Вот я хочу еще сказать про 2017 год. Год, конечно, очень тяжелый. Ну, год петуха, это тем более огненного, не очень хорошая. Обезьян-то была не очень хорошая. А тут, в общем-то, совсем тяжело будет. Петух, как говорится, товарищ очень дрочливый, и он будет драться, тем более еще и с огнем. Но помимо этого, помимо того, что вот я делала предсказание о том, что в Европе будет очень много жертв, и в Европе будет просто катастрофическое положение, что с Европы люди будут бежать обратно, вот, ну, в Россию, в Казахстан, и это самое, и как бы и по Турции я тоже уже давала предсказание. В конце прошлого года, что в Турции будет очень много терактов. Ну, в общем-то, они пошли друг за другом. Также я хочу и хорошее как бы предсказать. Этот год знаменуется большими победами. В Сирии предсказание это было. Новороссия. Возобновится дружба Южной и Северной Кореи. Тоже предсказание было, и уже прошла информация, что Ким Чен Ын хочет как бы дружбы с Южной Кореей. И помимо этого, так, и про Новороссию. С марта 2015 года в Новороссии, в частности в ДНР, наметились большие улучшения. Также перешли на рубли. Это я предсказывала уже. То есть 2017 год даст знаковую победу в достижении цели Новороссии полного отсоединения от Украины. Новороссия в 2017 году станет гораздо ближе к России. Я не знаю, как это выразится в жизни, но знаю, что будет. Ну, в ЛНР только одна проблема. Как бы ДНР-то еще как бы нормально, а в ЛНР это одна проблема, это в Плотницком. Ну, вот такие вот события у нас произойдут в следующем, вернее, уже в текущем году. Спасибо за внимание.